Шымкентская молодежь набирает обороты в продвижении видеоблогинга. Вот об этом сегодня и поговорим. Но сначала обратимся к Википедии и узнаем, что такое видеоблог. Итак, видеоблог – это форма блога, в котором основным средством передачи информации является видео. Видеоблог является формой веб-телевидения. Записи могут быть сделаны в виде одного блока или состоять из нескольких частей. Свет, то, что надо одевать большие куртки, надо одевать толстые толстовки, можно просто быть мальчиком, полочкой, тортиком или хаской на улице. Думаю, даже после такой справки не все поняли, что это такое и как на самом деле это выглядит. Мы за помощью обратились к нашей молодежи, которая уже сделала первые шаги и добилась пусть небольших, но достижений. Наш канал TFDC, это сокращенно полностью This Fucking Good Channel. Пока есть 2500 подписчиков, но самое сложное — это набрать начало, да, а вот потом уже легче. Ребята рассказали нам, что занимаясь видеоблогингом, снимая на видео проблемы, которые интересны молодежи, показывая недостатки общества, в котором они живут, они таким образом самовыражаются. Видеоматериалы позволяют наладить более тесный и доверительный контакт с аудиторией, которая на них подписана. Молодые люди уже провели один эксперимент, который вызвал много комментариев, как хороших, так и плохих. Всем привет, друзья! Меня зовут Дима, его зовут Леха. Всем привет! Его зовут Абл. Всем привет! И мы сегодня решили провести небольшой социальный эксперимент с вейпом. В России раньше это было разрешено, то есть паришь где хочешь, тебе никто ничего не делает. И мы решили провести точно такой же эксперимент в Казахстане. Посмотрим, что с этого будет. Поехали! Во-первых, хочется уточнить то, что это не сигарета, а вейп. Электронная сигарета. Это не дым, а пар. Но, знаете, в основном люди не было никакой, ноль реакции практически. Только одна девушка в магазине что-то нам сказала, да? А если посмотреть на комментарии под этим роликом, очень много негатива вылилось в нашу сторону, потому что люди очень плохо к этому относятся, потому что это все-таки Шымкент, и... Все думают, то, что мы как-то с неуважением относимся, то, что мы как-то оскорбили людей, которые были в автобусе, например. На самом деле это не так, это всего лишь социальный эксперимент, и мы просто решили проверить на реакцию людей из города Шымкента. Это вот наша была единственная цель, никак мы никого не оскорбляли. Наши герои адекватно относятся как к позитивным, так и к негативным высказываниям. Они собираются продвигать свой канал дальше, чтобы высмеивать в своих роликах все то плохое, что их окружает, и рассматривать проблемы более обширно, чтобы вся шымкентская молодежь могла высказаться и решить проблемы вместе. Мы хотим побольше проводить таких социальных экспериментов, связанных с городом Шымкент, какие-то проводить акции, заниматься этим, ну, то есть... Мы хотим продвигать это в Шымкенте. Итак, создавая видеоблог, необходимо написать небольшой сценарий. С этого на самом деле начинали многие сценаристы и режиссеры. Чаще всего видеоблогеры снимают в ролике себя. Также необходимо хорошо запоминать текст и понятно его говорить. Если ваш видеоблог
показывает хорошие результаты, то ни в коем случае не прекращайте работу над ним. Постоянно пополняйте страницу, выкладывайте что-то новое и интересное, и успех вам гарантирован.